Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас обзор дачи август. Сейчас у нас прошел дождик чуть-чуть. Август, конец августа даже. В середине августа у меня не получилось заснять. Был сильный очень ветер. У нас уже созрели помидоры. Мы уже много помидор собрали. И немножечко здесь осталось. Не видно. Чуть-чуть есть. Туда не зайду, мокро там. Вышло солнышко. Да, помидор у нас много. Солнышко пригревает. У нас тепло. Довольно много помидор. Огурчики сейчас с вами посмотрим. Ай, мокро. Мокро-мокро. Огурчики, смотрите, какие. Они прям там вообще такие колючие. Маленькие такие, классные. А, вон еще. Ну, огурчиков здесь у нас только вот этот парник. И больше нету. Так. Здесь у нас мята. Ну, клубника, понятное дело, давно ушла. Это у нас горчица. Это сидират. Там соседи на заднем фоне. Короче, это сидират. Бабуля высаживает. Он вырастает большим, таким до желтеньких цветочков. И потом просто все это перекапывает, и земля улучшается. Сам, как бы на этом месте начинает уже плодоносить хорошо. То есть земля все-таки она тоже изнашивается, устает. Вот, тем более участку этому 20 лет уже с лишним. В некоторых местах у нас даже ничего не растет. Вот здесь у нас морковка. Вот она поливает, потом перекапывает это все, как бы лопатой режет. И все это перегнивает, и на этом месте все супер становится. Вот. И сажает там следующий год, что ли. Не помню, ладно. Вот там у нас малина, черная смородина уже собрали. А здесь у нас рукола, цветочки. Кстати, в прошлом году собирала, по-моему, я эту руколу. Но она, не помню. Короче, что такое там? Батюшки, я думала, это может коровка. А это кто? Это кто это здесь? Какой-то жук странный. Какой-то подозрительный. Подозрительный жучок. Нет, это явно не божекоровка. Ой, солнышко прям пригревает. У нас так тепло, классно. Так, здесь у нас груша. Грушу мы собираем, когда она зеленая, потому что когда она становится желтая, она сразу портится. Она уже все непригодная. А зеленая она такая жесткая, сочная, вкусная. Мы ее прям сразу обычно съедаем. В этом году, кстати, я ее уже немножко посушила даже. Вот. Но она быстро портится. Ее сушить сложно. Так, здесь у нас мокрый газонище такой. Здесь, кстати, яблоки. Мы приехали сегодня на дачу. Яблоки очень много лежало на полу, на земле. Сейчас мама их всех собрала. Очень много яблонь, как вы видите. Груши. Ну да, уже все собрали. Кстати, она была вся в цвету. Груша по весне, кто помнит. Но самих груш, конечно, меньше. И в этом году, слава богу, груша не болела. Потому что предыдущие года как-то раз было, она очень сильно болела. И у нее с листочков какая-то липкая жидкость текла. Вот в этом году, слава богу, не было. Ну, в этом году она почти не болела. Хорошо. Вот там тоже мама собрала уже все груши. Тут у нас виноград дозревает. Перчики уже собирали. Яблочки, конечно же, уже большие. Да, у нас, кстати, обед. Дима ушел спать. Его там с большим трудом укладывают. Вот здесь, кстати, видно, что был дождик. Яблочки мы, кстати, вместе с вами. Отдельный ролик у меня есть. Как мы собирали с вами лишние яблоки с яблони, разгружая ее таким образом. Кстати, я палку вот поставила. Она вон закреплена.
Подожди, где она? Где-то. А, вот тут, вот она. В этом месте. Она уже, кстати, плотно стоит. Яблочки растут, ветка опускается, чтобы ветка не ломалась. Мы подпираем такими вот палками. Вот одна, тут другая палка. Значит, дерево может сломаться. Ну и, конечно, я у нее очень много забрала яблок. Очень много. Я несколько ведер собрала. И то все равно, смотрите, еще много. Яблок, короче, будет очень много. Мы очень много выбрасываем яблок, потому что все яблоки просто забрать домой, это невозможно. И, конечно же, приезжают к нам наши родственники, забирают эти яблоки, и все равно их очень много. Такая, смотрите, капелька. Вот она. Кстати, яблочки, кстати, очень красненькие и такие очень красивые. Сейчас они еще не дозрели. Мало солнышка было. Они еще не такие красные. А как-то один год было прям очень-очень красное. Видимо, все-таки солнца было мало. Вон они, видите, все ветки, они опустились прям. Да, яблони у нас много. Так, ну давайте виноград посмотрим еще. Виноград я вам показывала. Помните, он был прям совсем малюсенький такой. Такие маленькие козявочки были. Первый год, когда он у нас вырос, он вообще был без косточек. А теперь уже с косточками. Скоро будет виноград. Будем думать, что делать с виноградом. Когда ж чего-то много не хочется. Я бы, честно говоря, лучше посадила бы абрикос. И хоть и чистить удобно, и кушают, съедаются быстро. Так, там у нас жасмин, топинамбур, смородина черная. Это там куча, вот это вот, с яблоками. Вот, участочек у нас стал маленький. В прошлом году, позапрошлые года. Можете посмотреть. Тот участок был наш. Много всего сажали, тыквы были. Урожая было больше, сейчас осталось только яблочки. Здесь вот капелька сейчас упадет. Смотрите, как она лежит. Это капелька. Красиво. Уже, кстати, большие яблоньки. Яблочки, вернее. Желтенькие уже, видите. Уже все готовится к осени. Здесь зелененькие. Ну, здесь зимние, по-моему, уже ближе. Вот тут вот жигулевская. На полу лежало очень много. Жалко, я не засняла. А бывает, здесь вообще все усеяно. Но это как раз в сентябре будет. В середине, к концу сентября они как начнут все падать. Тут вот. Здесь это жигулевская, они огромные. Там вот тоже похожие, по-моему, на или нет, не помню, короче. Вот это вот зеленые, здесь вот зимние, они попозже будут. Здесь тоже, смотрите, капельки. С капельками очень красиво после дождичка. И там тоже зеленые яблоньки. Ну, у нас много яблонь. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, что ли? А, 9. А, 10 это у нас это. Груша. 9 яблонь. Сад. Было больше. Было еще вот тут 2. И там было 5 вишен. Но вишенки, они все давным-давно погибли. По каким-то там разным причинам. Или спилили их там, что-то не помню. Мы еще детьми были. Так, здесь у нас красная смородина, мы уже ее собрали. Вот это, кстати, вот ландыши, они очень быстро разрастаются. Если у кого-то много земли, которой девать некуда, можно посадить ландыши. Они уже пожелтели. К концу. Там баклажанчик я вижу. Баклажан.
Солнышко, это прям вообще в саду. Посмотрите, в саду очень красиво. Чуть-чуть ветерочек, совсем капелюшечку. В прошлые разы мы были, был очень сильный ветер. Даже ничего не снимала. Сегодня хоть и прохладненько, и тепло так нормально. И красиво. Так, там где... Нет, не нашла. Что там? Сейчас что-то будет капать, по-моему. Вот. А, ну вон они. Большие яблочки. Вот он, видите, огромный. Побольше листа даже. Это еще они, кстати, маленькие. Здесь баклажанчик. Тут у нас, кстати, елочки уже желтеют. Наверное, тоже готовятся к осени. Ой, на них прям вообще дождичок. Это капельки. Капельки, смотрите, какие клевые. Как классно. Первый раз, по-моему, я после дождя гуляю по саду. Елочка прям запахла. Она подмокла. Немножко шишек на земле много. Ой, очень. Бай. Бай, их прям очень много. А, она все шишки покидала. Почти. О, какие веточки. Так, и здесь у нас облепиха. Смотрите. Облепиха. Шишечка. Вот эта сторона шишки прям очень красивая. Мне так нравится. 13 минут уже. Так, здесь у нас облепишка. Она, кстати, сладкая. Почему-то. Она очень, кстати, крупная. И сладкая. И вот там еще дерево... Опять забыла. Короче, вязкая такая ягодка. Мы ее даже не срываем, не трогаем. На компот я ее брала. В принципе, так нормально, кстати, на компотике. Черемуха. Да. Здесь много облепихи растет. Там мама копает ямку. Там малина у нас. Дыня, кстати. Вот это... Дынька. А это все клубника. Плантация. О, а тут тоже кто-то. Здесь маленькая дынька. Тут вот еще дынька, может быть. Могла бы быть. Такая у нас еще дынька. Одну мы, кстати, такую съели. Очень вкусная. Вот еще одна растет. Тоже съедим. Она такая чуть-чуть сладенькая, ароматная, вкусная. На сегодня буду с вами прощаться. Такой у нас был обзор. Это у нас был август 2020 года. С вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Вот посмотрите, яблочко. У него, видите, цветочки вот были. Когда цвело дерево. Они вот остались. Не все зародились. Вот тут тоже. Вот они. Остаются. Яблочки. Красивые какие.
Тут, смотрите, на газоне желтые пятнышки. Это вот яблочко вот так лежало. Вот так оно лежало. И хоп, остаются желтые пятнышки. Так прикольно. Необычно так смотрится. Красиво. Под груши уже, смотрите, газон тоже уже желтеть начинает. Сейчас с вами грушку посмотрим. Уже у нее листочки, видите, какие темные становятся, маленькие и темненькие. Тут какая красивая, как будто акварелью художник разрисовывал. Вот она грушка. Страны еще нормальные. Какой красивый листочек. Цветочки у нас вот тут такие. Бабуля, кстати, еще есть розовенькие цветочки. Герани там есть.